Учреждения Минобороны в Мурманской области могут остаться без электроэнергии уже в ближайшие дни. Атомэнергосбыт обещает отключить военные объекты за многомиллионные долги. Ограничения уже затрагивали уличное освещение в воинских частях, а также объекты теплоснабжения. Впереди более серьезные отключения. Многократные совещания на всех уровнях не принесли результата. Энергопотребление объектов Минобороны в Мурманской области составляет почти половину всего потребления в регионе. Такие долги создают угрозу устойчивому энергоснабжению Заполярья, пояснили в филиале «Колатомэнергосбыт». Руководство компании рассчитывает, что ограничений можно избежать в случае немедленных конструктивных действий со стороны Минобороны.